Я встречался с одним полуевреем, довольно культурный, интересный мужчина, лет так 45. Он тут считается советником Брежнева. И насчет армян он говорит такую вещь. Советское правительство, они проводят свою статистику. И, говорит, интересные результаты. На первом месте по геморрою в Советском Союзе идут армяне. Потому что если евреи частенько склонны к так называемому ротовому сексу, то армяне почему-то значительно склонны к анальному сексу. А в результате анального секса там частенько получается геморрой. И советское правительство прекрасно знает. Вот есть такое выражение – армянские шутки, то есть педерастия. Армянские шутки – это голос народа, это голос мудрости. И вот почему-то родилось выражение – армянские шутки, то есть педерастия. Причем педерастия и с мужчинами, и с женщинами. Анальный секс, то, что называется. А в результате это внутренне связано с геморроем. И вот мне этот советник Брежнева говорит, да, говорит, в советском правительстве они прекрасно знают статистику, что на первом месте по геморрою армяне. И по эмиграции то же самое, следом за евреями на втором месте армяне. Вот советник Брежнева, что говорит, прочитал мои книжки, да, говорит, все это так.